Боря проект один актуальный вопрос. Каждый день мы выходим на улицы города Кишинева, чтобы задать важные вопросы нашим зрителям. Сегодняшний вопрос звучит так. Кому в Молдавии жить хорошо? Кому хорошо? Те, кто хорошо ворует. Да. Они не жалеют нас абсолютно. Что они смотрят на нас, что мы такие нищие? Парламентарлор, губернанцлор. Не знаю даже, кому сейчас хорошо. Те, которые нахапали. Вот когда была эта приватизация, нахапали, вот тем жить хорошо. Губернанцлор. Для чего? Да пей, я ух, те соты, дыми, пилоны, да, и скоряв, шепти, обсоти, уми, ком строялся, скорее. Богатым. Бедным, бедным очень плохо. Вот заставить бы Гимпу, Плохотнюка, чтобы он вот так посидел, на нашу пенсию прожил. Кому? Нашему руководству. А почему? Ну почему? Все дозволено, все доступность. Олигархам. Почему? Почему? Потому что у них деньги есть. Разве они с нами считаются, с пенсионерами, с молодежью? Ни с кем не считаются. В основном люди мучаются. А в деревнях, наверное, вообще не доедает даже куска хлеба. Которые деньги имеют? А кто именно имеет? В правительстве, которые... Вот они и живут хорошо. А остальные все плохо очень живут. Уни, вот к швака стели фрумасе, машин фрумасе, замок трое сбили. Да, кредка, че с коррупцией. Кедин саларию, ну и тип сраша шачева.